До 1 сентября остались считанные дни. Практически все образовательные и дошкольные учреждения готовы к принятию своих ребят. Вчера мы побывали в Егерухайском сельском поселении, где ремонт образовательных учреждений уже завершен. Фойе местной школы кардинально преобразился. Пол уложен плиткой, установлены современные мойки, произведен ремонт в классах, заменены двери. Все это благодаря спонсорской помощи предпринимателей, ведущим из которых является Руслан Мамруков. В этом году, значит, мы в школе произвели ремонт фойе. 120 квадратных метров. Полностью поменяли отопление, канализацию. Поменяли все раковины специально, значит, для того, чтобы дети могли, значит, воду пить. Оборудование приобрели, поставили. В садике полностью отремонтировали основание, фундамент. Поменяли перила, отремонтировали все ступеньки. Я считаю, что мы немало сделали, но будем стараться еще помогать, и из года в год мы помогаем. Помимо этого, немало работы, проделанной в детском саду. Полностью заменена облицовка фундамента, переделаны основные входы здания, установлены перила, отреставрированы ступени. Также были обновлены игровые площадки. Все это было сделано с помощью Руслана Мамрукова. Администрации школы и детского сада выражают огромную благодарность Руслану и другим спонсорам, которые принимали участие в ремонте этих учреждений. Естественно, мы все это делаем для детей, для нашего будущего. Дети, как говорится, это наше будущее. Поэтому каждый год мы помогаем и будем помогать. Я хочу пожелать нашим детям старания, терпения, усидчивости, чтобы они смотрели с оптимизмом вперед, чтобы впитывали те знания, которые наши преподаватели им дают. Хочу, чтобы они были благополучны, успешны в жизни.